Здравствуйте, меня зовут Катя. Сегодня я познакомлю вас с поверхностным насосом «Вихрь» PN1100N. Поверхностный насос обеспечивает подачу чистой воды в дом под давлением из колодцев, скважин, открытых водоемов и магистральных водопроводов, а система автоматики будет поддерживать необходимый напор. Данный насос отлично подойдет для орошения сада и огорода. Температура перекачиваемой жидкости должна быть от 1 до 50 градусов Цельсия, а температура окружающей среды выше 1 градуса. Работа устройства в сухую не допускается, так же, как и попадание воздуха во всасывающую магистраль. Благодаря встроенному инжектору насос позволяет подавать чистую воду из скважины глубиной до 9 метров. Корпус двигателя у данной модели выполнен из нержавеющей стали, что способствует продолжительному сроку службы. Устройство весит 8 кг и оснащено удобной рукояткой для переноски. Для устойчивого положения при работе насос имеет прочные и удобные ножки и основания. При мощности 1100-ваттного двигателя максимальная высота подъема воды – 50 метров, а максимальная производительность – 70 литров в минуту. Для начала подачи воды с помощью насоса необходимо к отверстиям прикрепить штуцеры под шланг диаметром 1 дюйм. И закрепить их хомутами. Затем опустить шланг, подсоединенный к входному отверстию в резервуар с чистой водой, а шланг, подсоединенный к выходному отверстию, в пустую емкость. Далее необходимо заполнить насос и всасывающую магистраль водой через заливное отверстие, открутив для этого пробку, расположенную в верхней части корпуса. Благодаря этому насос сразу сможет поднять воду с большой глубины. Посмотрим насос в работе. Подключим его к сети и нажмем кнопку включения. Итак, за 1,5 минуты насос перекачал объем воды около 90 литров. Это примерно 9 ведер. Обратите внимание, что по технике безопасности должно быть установлено устройство защитного отключения номинальным током утечки 30 мА. Если вы не используете насос в течение длительного времени, необходимо слить остатки воды, открутив пробку, расположенную внизу корпуса. Затем промыть чистой водой и высушить. Следите за нашими выпусками. Скоро увидимся. Пока!